Kendrix, tāpēc es domāju, tu kādu vēl domājies, es neprotu zotrīt. Kā mēs bāzīgi? Good game, you know, we started off good and everybody just kept it going. I mean, they came back, but you know, we held our composure like coach said. It's going to take. Почали цю гру, ви відірвалися в рахунку, після цього вони трішки нас наздогнали, але тренер знову зосередив нашу увагу і ми продовжили наші зусилля для того, щоб вигравати. He said it's going to take defense to win, you know, and just keep moving the ball. Everybody got to keep moving. If we stand around, they'll be able to come back and start playing fast break like Zimmerman always play. Тренер наголосив нашу увагу на тому, що нам потрібно дуже добре захищатися, встигати повертатися в захист і швидше рухатися, оскільки вони у швидких відривах, особливо Дерек Зімерман, досить небезпечні. Your three-point shots today. What did you eat in the morning? Cereal. Cheerios. I bought some yesterday from the market up the street. So, I ate Cheerios this morning. Запитання було про те, що сьогодні їв зранку Кевін Тіхас, який він попав 5 із 5 триочкових, і він сподівався, з якого супермаркету він купив ці зранку. Thank you. Не торопіше. Ну, не знаю, может, многим показалось, что это легкая игра была. Для меня, например, это ну, не легче, чем была с Увмашем. И вы видели, какое начало. И это начало всегда меня пугает немножко, когда мы начали, поймали кураж с первых минут. И как практика показывает, что куража на 40 минут не хватает, он быстро заканчивается. И после куража настроиться на хорошую защиту очень тяжело. Но рад, что выполнили полностью все установки. Мы готовились к Днепрозоту, знали, как они будут играть. И, в принципе, я думаю, что у нас многое получилось, больше получилось, чем не получилось. В первые минуты, ну, всю игру доставляли неприятности нам полевые игроки. Это Зиммерман, это Девендорф, это Балашов. Удалось справиться с Дэвисом, это не его сегодняшний день. И, в принципе, я думаю, его очков как раз и не хватило для интриги в игре. Все остальные игроки сыграли на своем уровне, два больших. Вот у них новый игрок, Винер, и мы не знали, как он проявит себя. Вот. Поэтому очень много было потерь, очень много пытались ребята сыграть красиво. Вот, ну, слава богу, что мы их все-таки остановили. Дали три матча на выезде. Как будут готовиться на выезде? В среду выезжаем уже. Не так много времени готовиться у нас. Я же говорил, и вчера на прошлой пресс-конференции тяжелые три выезда. Единственное, радует, что потом мы практически месяц будем, там две недели будем дома. И как готовиться? Как обычно, в рабочем режиме. Будем изучать, смотреть. Вот сегодня будем смотреть уже Кривой Рог-Будивельник. Нет, вчера это была игра Кривой Рог-Киев. Будем готовиться. Кенетик же набрал форму оптимальную? Ну, я думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос. 5-5 трешки дать сегодня хорошие такие. Может, не всегда, но может. И сегодня хорошую игру показал, и можно его выделить. И в прошлой игре он довольно-таки неплохо защищался, и сегодня. Да, я думаю, что набрал. Кондиции инших актив, насколько уже виновался после ушкоджения? Лоренс бегает еще с болью. То есть после каждой тренировки он весь там обмотанный льдом и говорит, я выхожу на поле и чувствую боль.